Кирпичные стены, колокол и золотой купол, а еще икона и горящая лампада. Небольшую часовню хоть и называют макетом, но с виду это настоящий храм, просто в миниатюре. На открытие часовни собрался весь детский сад. Освящение стало большим событием для каждого. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Свечи, молитва и святая вода. Обряд освящения макета провели по всем канонам. Вдохновителем создания часовни стал отец Александр. А началось все с этой иконы Иверской Божьей Матери, которую настоятель Хостинского храма Преображения Господня подарил детскому саду. Изучив ее историю, ребята группы казачьей направленности разработали проект. Такая совместная работа взрослых и детей – одна из наиболее эффективных форм работы, считают педагоги. И работа очень важная, уверены в церкви. Приобщать к основам православия нужно с раннего возраста. Сейчас большое слава Богу, большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию детей. И сейчас очень важно детей прививать к духовности, чтобы они с детства знали, что такое любить родину, что такое любить родителей, что значит уважать друг друга. А в жизнь проект воплотил Владимир Панкратов. Здесь, в 83-м детском саду, работает его дочь. Учились трое внуков. Небольшую часовню, кирпичик за кирпичиком, он построил меньше, чем за один месяц. Помогали все. Начиная с самых больших, и до таких. Все старались что-то. Ну, им интересно было. И потом тащили, что у кого было сюда. Тащили колокольчик, и иконку, и, в общем, помогали. Если бы не коллектив, то, конечно, ничего бы не было. Теперь небольшая часовня станет олицетворением духовной защиты. Освященный храм будет охранять детей от всех бед, верят в детском саду. А еще даст ориентир на добро, любовь и веру. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.